не боится. Главное, что интересно, собака здесь рядышком сидит. Что-то... А, она цапает корм кошачий или собачий. Вот. Да, корм цапает. Вот хитрая. Лонжерон сегодня. Очень красиво море подсвечивается сегодня солнцем. Вот сидит пес, а вот там сидит ворона, улетела только что. Она у него цапала весь корм. Все, все, пес, украли у тебя весь корм вороны. Все, родная. Это он или она? Она. Она. А, ну, девушка, сразу ко мне пошла. Девушка, как тебя зовут? Маргоша. Маргоша. Ой, господи, Маргоша. Сегодня на Лонжероне прямо какой-то наплыв искателей золота, бриллиантов. Так, это девушка, бабушка на берегу. А вон там вот мужики прямо в воде ищут. Ну вот, сезон начался. Уже вот очередь стоит уже за хлебом. Ну что, девчонки и мальчишки, поехали. Поехали. Опа. Голодные сегодня? Сегодня людей мало на Лонжероне? Так, на. Ну вот. А вы так добрый день. Добрый день. Как успехи у вас сегодня? А так, нечем особо похвастаться, только видите, монетки нашел. Так, ну-ка. Вот. Ой, класс, ну хоть такие монетки. Да, все равно настроение. Золото, бриллианты. Золото сегодня пока еще не было. Так что все впереди, все наше впереди, вы же знаете. Так, вот у нас девушка есть смелая сегодня. Съемка с двух камер. Так, ребята, это сегодня у нас 12 февраля. Бум-бум-бум. Сколько градусов? 9. Все, удачи. Спасибо. Сегодня у нас еще одни моржи. Вот. Нет. Целое семейство, да? Не моржи. Мы не моржи, мы заголеныши. Просто люди природы, да? Да. И чувствуем ее. Да. Да, я говорю, что обязательно нужно... Человеку, который не считает себя моржом, или просто вот, ну, житель, да, он живет в бетоне, ходит в резиновой обуви, а нам нужно заземляться. То есть босичком хотя бы минутку походить и
Ну, походите, чтобы сбросить его. Да, да, походите. Сбросить. Просто не то, что там специально, а просто ты ходишь и ты заземляешься, да, то есть вся негативная энергия уходит туда. Понимаешь, что ты не понимаешь, а очистка произошла. И земелька всю эту негативщину перерабатывает. Вы будете всей компанией купаться? Этого не хватает. Что? А, у вас один трус есть? Нет, он оператор. Так же, как и вы. Да. А мы сегодня еще и искупаемся, откроем сезон. Что надо с морем, да? Море, это не просто так пришел, попользовался им, да? Это тоже живое существо. Приходим к морю. Ну, просто раскрылись, да? Раскрылись. У нас первый пошел. Вот она пошла, да? Первый пошел. Трошки неправильно, да, то есть нужно подойти поблагодарить море, да, чтобы оно приняло тебя, и потом туда уже. Так, смело, очень смело. Класс. Как-то быстро на обратно бежит. Что такое? Я вам хочу сказать. Это Юра первый начал, я не знаю. Так, смотрим. Так, ну что? Заныр. Не заныр, надо... Поблагодарили? Да, поблагодарить надо. Ага. Ну, прочувствовать, да? Не холод вот этот прочувствовать в ногах, а прочувствовать живую вот эту сущность. Да и сеть с ней. Знаете, мысли мешают иногда нам жить. Так, спокойно. Человек спокойно идет, такой как черномор. Опа, есть! Сейчас обратно выйдут 303 богатыря? Да. Так, у нас еще девушка есть. Девушка. Тоже смелая. Так. Что девушка самое главное сделать, это волосы спрятать. Да. От намокания. От бедра. Да. Главное, что спокойно идет, да. Будто бы ей не холодно. Не, ну я далеко даже не хочу. На ноги надо выливать. Ну понятно, что обливание. Но кто не хочет, не может ноги держать в холодной воде. Потому что вот сейчас более всего ноги чувствуют, что ну как-то прохладно. А так в целом не холодно. Выход. Так, выход. Главное, что зашли двое и выходит тоже двое. Кстати, все в любви, большой день влюбленных. Понятно. Все закохани. До Турции доплыли. Ну и как оно? Нет, я не плавал до Турции, но я думаю, это не сильно большая проблема. Для человека, который родился на море и чувствует себя в море как... Ну здорово. Ну все, хорошо, удачи вам. Да. За поддержку. Спасибо. А хорошее у вас видео, камера хорошая. Очередь стоит. Я им всегда положу побольше кусочек. Проверим, как они будут его цапать. Не, видимо, боятся еще. Так, а большой кусок? Как? Большой не берут, боятся. Ну все, драка там. Ну все, в Одессе весна. Скворцы прилетели. О, видите, сколько их? Да, скоро должно быть тепло. Есть. Вот, народ уже поискал мины, золото, бриллианты, отдыхают. Сейчас подойдем, возможно, они скажут о сегодняшних своих уловах. Ну вот, народ уже пошел в воду искать. Всю башню усеяли.
Бассейн с теплой водой, народ плавает, у кого есть деньги. Весь усеян кормом. Как достал этот сухой корм? Да, котяра? Ну все, прогулка закончена. Вышло как раз солнце. Все, пора домой. Все, идем уже домой. Луна-парк. Со страшной комнатой, комната страха. Да, вроде бы сегодня людей мало, но аттракционы работают. Я там так махал. Черного.